Всем привет! С вами Светлана. Сегодня я буду готовить яблочный пирог в микроволновке без сахара и муки. И для этого мне понадобится яблоко, 2 яйца, неполный стакан перемолотой в крошку овсянки, 100 грамм творога, разрыхлитель теста, пол чайной ложки, корица и сахар ванильный. В посуду для приготовления теста высыпаю творог. Вбиваю 2 яйца. Добавляю овсянку, разрыхлитель, ванильный сахар. И все это хорошо перемешиваю. Такое вот тесто получается. Очищаю яблоко от кожуры, выкладываю в форму и сюда сверху выкладываю тесто. И ставим в микроволновку. Мощность 800, время 5 минут. Время закончилось, и пирог готов. Теперь нужно, чтобы он чуть-чуть остыл, и аккуратно вытаскиваем его из формы. Теперь сверху его нужно посыпать корицей. Вкусный и полезный десерт. Очень просто, быстро и полезно. Выкладываем на тарелочку. Сверху поливаем медом. Всем приятного чаепития и до новых встреч на моем канале.